Удивлять и мечтать я могу, можешь ты целый мир открывать. Я могу, можешь ты цветняшки, кап цветняшки, плюх цветняшки, ап цветняшки, ух, сочинять, украшать. Я могу, можешь ты целый мир рисовать. Я могу, можешь ты цветняшки, кап цветняшки, плюх цветняшки, ап цветняшки, ух, цветняшки, ух. Супергерой. Капельки с друзьями цыпленка ждут, на песке сидят, важный спор ведут. Мнения расходятся, нет-нет-нет, но на то и спор, чтоб найти ответ. Кто такой? Кто такой? Кто такой супергерой? Сильный, смелый, большой. Нет, он добрый и смешной. Нет, а я говорю, он умеет летать. Нет, плавать. Нет, бегать. Нет, а я? Нет, нет. Друзья, о чем же вы спорите? Кто такой супергерой? Пи-пи-пи, всем друзьям привет. Есть для вас у меня совет. В споре мы истину найдем, а потом поиграть пойдем. Пи-пи-пи, знаю, кто герой. Пи-пи-пи, повторяй за мной. Пи-пи-пи, знаем я и ты. Пи-пи-пи, знают малыши. Нужно всем рассказать, кто такой супергерой. Вот все удивятся. Как здорово! В споре родилась истина. Ой, давайте скорее всем расскажем. Моя мама супергерой. Мама! Всегда на страже, как часовой. Она как коршун, как тигротень. Она как Бэтмен, как Спайдермен. Это все мама! Как ястреб зоркий, она всегда. И глаз не спустит она с меня. И сон не нужен, она не спит. Лишь у кроватки моей сидит. Моя мама супергерой. Мама! Всегда на страже, как часовой. Она как коршун, как тигротень. Она как Бэтмен, как Спайдермен. Это все мама! Как терминатор, она сильна. Всегда на руки берет меня. 100 километров со мной пройдет. Ни разу даже не упадет. Моя мама супергерой. Мама! Всегда на страже, как часовой. Она как коршун, как тигротень. Она как Бэтмен, как Спайдермен. Это все мама! А если тронет меня чужой, она как львица рванется в бой. Быстрее ветра, быстрее стрелы, и враг повержен, все спасены. Моя мама супергерой. Мама! Всегда на страже, как часовой. Она как коршун, как тигротень. Она как Бэтмен, как Спайдермен. Это все мама! Она как сыщик, как Шерлок Холмс. Ее ни в чем ты не проведешь. Причину грусти всегда найдет. Мою улыбку она вернет. Моя мама супергерой. Мама! Всегда на страже, как часовой. Она как коршун, как тигротень. Она как Бэтмен, как Спайдермен. Настоящие супергерои! Они смелые и сильные, добрые, отважные, быстрые, ловкие! Красивые! И мы их очень любим!
тебе интересно, какая следующая серия выйдет у цветняшек? А мне, как интересно. А потом загорелся кошкин дом. Там пожар, там беда, нет спасения от огня. А давайте поиграем в пожарных. А мы отважные пожарные, на помощь мы всегда придем. А мы отважные пожарные, пожар потушим и всех спасем. Ох, как же успеть всем помочь? Есть идея! Скоро на экране. Я только хотел сказать, подпишись, чтобы узнать, когда выйдет новая серия. И не забудь нажать пальчик вверх, тогда я пойму, что тебе понравилось.